гаджетам все возрасты покорны. В селе Кетрус у Новоаннинского района бабушки и дедушки теперь доступны онлайн. С грехом пополам старики осваивают премудрости управления планшетами и заучивают новую для них терминологию. Селфи, скайп, вай-фай, шутка ли во всем разобраться и после первого же занятия собственноручно создать личный аккаунт в соцсетях. Улыбайтесь, себя вспомните. Как вы ее зовут? Да, тихонечко, нормально. Уже лучше мне. Да. Что там делаешь? Чем занимаешься? Компьютер, я не пора, весна пришла в огород. А? Тема первого урока – скайп и сообщения в соцсетях. У 67-летней Евдокии Тимотиной вопросов нет. Правда, нет-нет, а ошибки все же проскакивают. Мне принтерепли, да, моя как погрешаль моти. Че, Дуся Михайловна, кто это? Привыкла вроде, но иногда ошибаюсь. Что вы писали? Написала: Дуся Михайловна играет на гармошке. Поздравляю всех с 8 марта. Моя сестричка Леночка Галочка. 74-летняя Екатерина Чекан без ума от селфи. Едва освоила это нехитрое дело, а уже фотосессии подругам устраивает. Сейчас вот дерете. О, смотри. А покажи, где нам это получилось. Вот оно. О, уже залезли. Морда здоровая. А ну, улыбка. Смотрите правильно. Немного сложнее пенсионерам освоить терминологию поколения Next. Wi-Fi еще не видела, зато с планшетом неплохо управляюсь. А что такое селфи, знаете? Нет, пока еще не знаю. Вот сама себя фотографируете. Это и есть селфи. Вы посмотрите только. Понравилось? Да, очень хорошо смотрюсь на экране. Селфи? Селфи с дедом. Смотри, какие мы хорошенькие, как два гусенка не оперившиеся. Какие же мы красивые. Да, очень депромушайся. А чтивут чем-сям на таблетах? Нам и чтивут. Вы знали, что такое планшет? Откуда мне знать? Раньше такого не было. Я знала, как с АПой работать. Годовой курс освоения гаджетов и программ пенсионерам оплатило посольство США. А еще центр Афи, вот это септамыры. Пока занятия будем проводить раз в неделю. Планшеты остаются здесь. На дом не даем. Таковы требования спонсора. А пенсионеры и рады ходить почаще. А где же еще нам встречаться? В церкви, да на таких курсах. И все. В клуб нам уже нельзя. Караоке тоже. Караоке, пентру клуб, ординат, идем мной, ну... Курсы посещают 30 человек. Проект был запущен в нескольких селах Сорокского, Единицкого, Унгенского, Фалежского и Резинского районов, а также в ГГУской автономии.